Между тем, 6-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа в Акмолинской области. Его в срочном порядке доставили в больницу. У ребенка диагностированы различные травмы. Несчастный случай произошел в жилом комплексе города Коши. Спасатели и полицейские бьют тревогу. В регионе это уже 9-й случай падения детей с высоты. Специалисты ДЧС в очередной раз призывают родителей быть более бдительными. За истекший период текущего года у нас на территории страны зафиксировано 103 случая. По нашей области у нас 8 случаев выпадения детей из окон. Как правило, несчастный случай у нас происходит в момент отсутствия контроля взрослых, когда дети самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки стоящие рядом с окном предметы мебели и опираются на противомоскитную сетку.